Привет, дорогие подписчики! Ну и что ж, это у нас такой чуть-чуть ролик, не очень прям в тему, но связан с Happy Free Friends. Сразу не буду далеко отходить, мы пранканем моего друга фейковым чатом. Вот ваш мозг. Вот название. Думаю, он не заметит, якобы, что тут лесные друзья. Сейчас я напишу, собственно, своему другу. Короче, смотрите. Сейчас. Отсылаю ему фотку. Короче, Саня, я вступил в какую-то группу Happy Free Friends. Мне подписчик дал какие-то номера. И получается... Произошло такое, блин, я вступил, там кучу этих лесных друзей, даже не знаю, что писать сейчас. Заскриню тебе, посмотрим, что они там пишут. Сейчас что? Так, ну, получается, вот. Я ему отослал голосовуху, жалко, что в первый раз не отослался. Ну, смотрите, это вот мозг, блин, влезает. Ну, хотя его флаки со сплендитом прикрывает. Ну, не сильно, не сильно. Он пишет реально? Да, в полном серьезе. Сам, короче, в шоке. Ну, я, если что, пишу голосовые, просто потому что лень писать это так долго. Сейчас пришлю, что они там пишут. Так, ну что там? А теперь я уже подготовила чуть-чуть фейковый наш чат. Сейчас напишу привет. Здорово. Всем привет. Да, это странно, но я должен писать, чтобы они отвечали. Ура. Так, короче. Ой. Ой, блин. Да ладно, они все равно боты. Здорово. Так, теперь скриним, получается. Короче, якобы они узнали еще мой адрес дома и его. Ну, я вам, конечно, это все не напишу. Это так для него пранк. Ну, идей у меня было мало. Ну чё, Сань, короче, вступил в их группу, блин. Там Нати, Флэки, Сплендит, Лэми, Флиппи там еще. Там Нати, Сплендит, Флиппи и Флиппи там еще. Ладно, блин, там Нати, Сплендит, Флэки, Нати, Флиппи. Да может и ты вступишь. Да может. А можно я к вам присоединюсь? Да. Ну хотя знаешь, Сань, что-то как-то не очень, ну типа, ты не шаришь за эту вселенную. Посмотри чуть-чуть, пошари. Тут в автоматических ответах. Сейчас все это удаляем и... Зачем мы опять кого-то избили? Пусть это будет говорить Флиппи. Якобы они мутные челы. Зачем вы опять кого-то избили? Да блин, захотелось. Не знаю, понравилось ли вам даже это. Как дела? Ну, якобы вот так пишу, блин, тут все долго. Ну, тут... Говорят. В прямом. Это пусть у нас Флаки говорит. Так, скриним получается. Блин, Сань! Они что-то какие-то мутные, чело, вот так им скажу. Потому что, смотрите, не отправляется. Когда я вот так говорю, не отправляется. Короче, Сань, они что?
Так. Кого вы там избили? Не мы избили, они кого-то там что-то избили. Знаешь кого? Это вообще в нашем районе или в каком? Сейчас я ему скажу, что вроде бы в нашем. Типа, якобы в нашем. Так, снова троллим его, получается. Ну, он поверил, он поверил. Ты... новенький. Ты новенький? Я знаю. Ну, просто постараемся. О, Саня что-то прислал. Это пусть будет Флиппи. Он у нас темный парень. В смысле? Кого? Ну, начнем сразу с мутного. Так. Я надеюсь, то, что там хорошо все будет у вас. И нормально все. Давай, удачи. Ну, блин. Почему он так с тобой... с вами, точнее, даже так разговаривает, грубо. Так я хер знаю, Саня. Я, представляешь, не знаю. Я ему сказал, типа, ну вот. Слушай, блин, что он написал? Блин, чего он не прослушивает? Ну, в принципе, выглядит стрёмно. Ну, на пока что. Они живут в нашем районе, в нашем городе. Ну, короче, смотрите, у меня вот такая вот проблема. Он ушел. И теперь придется ждать следующего момента. Но пока что, как первую часть, выставлю. Потому что, ну блин, как не вовремя. Что ж, на первую серию, думаю, хватит. Было, в принципе, прикольно и угарно, как он поверил. Во второй части, надеюсь, он поверит. Ну блин, он просто ушел. Ему посрать, что меня хотят избить и знают, где я живу. Ну, если вам понравится и ролик наберет лайка 3, продолжение будет. И просмотров хотя бы 6.